В связи с проведением 80-го юбилейного международного праздника Севера, в воскресенье 9 марта будет частично перекрыто движение транспорта по улице Ломоносова, Зои Космодемьянской и Морская. Начало традиции Северного спортивного чемпионата было положено 13 марта 1934 года. Тогда соревнования проводились только среди лыжников. Но постепенно праздник Севера расширился, добавлялись новые виды спорта. Например, в этом году будут проводиться состязания по футболу на снегу, охотничьему биатлону, зимнему плаванию, виндсерфингу и даже экзотической игре «Питанг». Открытие знаменитого не только в России, но и за рубежом события состоится уже в это воскресенье в долине Уюта. Основная программа будет проходить, как и в прошлом году, рядом с пресс-центром. Праздничное событие стартует в 13:30. С 2 часов гостей будут развлекать народные коллективы. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в спортивной программе. Спринты, метание валенков, перетягивание каната. А в 5 часов участников научат скандинавской ходьбе. Но, пожалуй, самое интересное начнется в 7 часов вечера. Впервые в Мурманске проведут забег на собачьих упряжках. А чуть позже состоится театрализованная церемония открытия.